Слава Україні, будеться Макмалонського. Друзі мої, є новини з Ростовської області, апдейт по бавовні, яка на нефтебазі. Там є город такой с таким, знаете, коммунистическим названием Пролетарский. Там очень крупная нефтебаза была. Значит, вчера утром, рано-рано, по ней был нанесен удар нашими доблестными беспилотниками. Беспилотники ГУР работали. Интересно, что расисты кричали о том, что они сбили беспилотники. Но это как всегда. Сбили они их нефтебазой, это тоже традиционно. Вот. Интересно, что на этот раз они не умудрились сбить ни одного, потому что заявили о сбитии трех беспилотников, а имеем там три прямых попадания по цистернам. Да, так вот, что интересно, прошло более суток уже, да, полторы сутки прошли, и апдейт такой, что это все дело горит до сих пор. Я даже на телеге выставил вот снятое сегодня видео. Я вам скажу, что сегодня пожар больше, чем он был ночью до этого, вчера. То есть вообще капец. Горит все полностью, горит уже не, там не две цистерны, короче говоря, они полопались, это все вылилось, бензин, дистопливо, все это дело вылилось оттуда, и горит теперь вся площадь вокруг всех цистерн, благо они там не огорожены одна от другой, ну, далеко от Украины, как бы они не проводили там никаких дополнительных работ, и как результат все это горит сейчас синим пламенем, очень красиво, аж шкварчит. Потушить это дело, я вам скажу, традиционно невозможно. Будет как в Азове, пока не выговорит вся... Не выговорит. Нормально я сказал? Нет? Пока не выгорит вся к чертовой матери нефтебаза, вот это оно будет гореть. Вот, так что, ребятки, минус одна нефтебаза, причем это реально очень большая нефтебаза у рашистов. Эта нефтебаза реально занималась снабжением российско-фашистских войск. И это хороший такой, знаете, удар по боеспособности путинской вот этой армии бандитов, мародеров, садистов и вообще аферистов. Все будет Украина.